Всем привет! Сегодня мы будем готовить салат. Очень вкусный салат на 30 человек. Для этого нужно очень много продуктов. Салат обалденный. Сейчас мы увидим, какие нужны продукты. Для этого нам понадобится 600 грамм огурцов, 1,5 килограмма филе, свежее, незамороженное, такая большая пекинская капусточка, 2 батона, 2 больших майонеза, большой. Потом сыра надо, 700 грамм. И вот такая капусточка. И обязательно вот такущая мисочка. Царская миска. Сейчас я покажу, как все это готовится. Вначале мы натираем сыр. Мне есть сегодня помощница. Режем пекинскую капусту. Режем огурцы. Промываем листья салата и нарезаем их. Красавец салат. Режем петрушку. Нарезаем филе. Мясо нужно обжарить. О, мясо согрело. Минут 10-15. Мясо дает сок. Вот в это время лучше всего посолить мясо и поперчить. Я еще добавлю соевый соус. Соевого соуса. Он придает вкус и мягкость. Перчик и соль. Все это дело помешаем. В общей сложности мясо нужно потушить минут 20. Мы слышим, что скворчит. Значит, весь сок испарился полностью. Вот сейчас точно мясо готово. Все, надо выключать. Зачем нам нужны батоны для нашего салата? Итак, мы их будем нарезать. Сейчас я покажу моим помощницам, как нарезать. Нарезаем батоны обычными. Как сказать батон? Обычными кусками, да? Я думаю, сантиметр, не больше. Вот, сантиметр. Обжариваем сухари. Наливаем масло немножко. В сковородку. И кидаем сухари. То есть хлеб, сухари, кубик. Сухари слегка подрумяниваем, не пережариваем. Порезанную капусту, петрушку и огурцы кидаем в сыр. Потом мясо охладилось, кидаем его тоже. Все это дело перемешиваем. Почти все готово. Прежде чем мы помешаем салат полностью с майонезом, его надо немножко посолить, обязательно чуть-чуть посолить. Кидаем сухари, но не перемешиваем. Будем перемешивать тогда, когда мы будем уже непосредственно кушать салат. Поэтому берем с собой майонез и уже добавляем столько майонеза, сколько кому нравится. Чтобы было... Кому-то нравится, чтобы плавало все, а кому-то нравится, чтобы только смазано было майонезом. В общем, салат готов. Всего приятного аппетита!